Рекс. Душа у тебя то, что надо. Я в тебя верю, Рекс. И сейчас просто поверь в себя. Пора пошуметь. Атакуйте главные ворота. Весь день мечтал выбить дерьмо из задниц этих задниц. Вперед! Тук-тук. Задача? Уничтожить всех. Всех уничтожить. Всех. Вау! Он неплохо подзарядится. Я жгу. Вот тебя, например. Шмяк. Свобода! Отлично.
10 за артистизм. Надежнее всего. Просто классика. Повеселиться. We'll be right back.
голова. Вот это энергия. Голова. Это за место. Высокий уровень биорадиации. Превратив всех в динозавров? Нет уж, спасибо. Значит, пора уничтожить тебя. Это что еще за хрень? Я дракон, ударный ракетно-артиллерийский. Мой луч смерти контролирует мой мозгоблок. Значит, ты мой наездник. Ну, здравствуй, красавец. Я оснащен гидравлической пушкой Террор 4000 и покрыт титановой броней. Ну что ж, пошли покатаемся. За тебя спать.
уйдет. Обижен. Нравится нам мне ехать. Как мило и грустно. Здравствуй, убийца. Слон, если я кого и убью, то только тебя. И что потом? Домик в пригороде? Стричь лужайку по субботам, смотреть футбол по воскресеньям? Это не для тебя, Рекс. Ты не лавочник. Ты солдат. Ты спятил. Я бог! Я уже не человек и не машина! Я и то, и другое! Новый Зевс, владыка новых людей! Ты мог бы стать одним из моих киберпастырей! Моей правой рукой! Но я вижу тебе место на свалке истории со всеми Марк 4! Ничего ты не видишь, Слон. Ничего. Тревога. Система повреждена. Убить Слоуна невозможно. Прости, Рекс. Как жаль! Ты стал тряпкой! Как политики в Вашингтоне! Ты знаешь, они ведут переговоры с красными о мире! О мире, Рекс! О мире! О, почему я не могу? Ты жалкий сукин сын! Ты всего лишь куча проводов и программ! От Рекса, Пауэра, Кольта ничего не осталось, когда тебя нашли! Только ДНК без души. Нет. Я дал тебе свою память, свой опыт, свое детство. Нет. Я программировал и создавал тебя. Я твой отец, Рекс. Нет. Рекс, да, превращение в машину спасло тебе жизнь. Но главное не изменилось. Это твое сердце. Душа у тебя то, что надо. Ты больше, чем груда проводов и программ. Я в тебя верю, Рекс. И сейчас просто поверь в себя. Вот и все, Рекс. Нет. Еще не все. Элизабет! Рекс! Ты убил полковника! Власть ударила ему в голову. Что теперь, Рекс? Теперь они придут за твоими наработками. Оружием и кровью драконов. Так вот, что тебе нужно. Армия монстров? Нет, я ведь не такой, как Слоун. Я реактивировала бомбы в бункерах. Стоит нажать на кнопку, и все здесь взлетит на воздух. Ты спас нас, Рекс.
Может быть, док, это ты меня спасла. Нет, Рекс. Мы спасли друг друга.